На Муром-тепловозе обнаружили взрывное устройство. Снаряд был найден одним из рабочих 94-го цеха. На место выехала наша съемочная группа. Тревожный звонок раздался в диспетчерском пункте МЧС в 7:55 утра. О шокирующей находке, похожей на бомбу, сообщили сотрудники Муром-тепловоза. Ориентировочно минут 28-го вошел чистильщик металла и принес какую-то непонятную штуковину. Принес и говорит: я служил в армии, это мина. И поставил мне ее на стол. Я тут же сообщила в нашу охрану. Тут же был оповещен начальник охраны. И тут же ребята стали принимать меры. На место незамедлительно выехали все оперативные службы экстренного реагирования. Был проведен осмотр взрывоопасного предмета. Им оказалась противопехотная мина. Мина находилась без взрывателя, но представляла собой, по всей видимости, учебный заряд, который опасен для человека, опасен для производства. Каким образом этот боеприпас оказался на территории завода, занимаются правоохранительные органы, приняты меры к локализации и недопущению последствий взрыва. По словам Владимира Иванчука, при обнаружении потенциально опасных предметов гражданам необходимо следовать простым правилам. Хотелось бы обратить внимание всех жителей округа, что в случае обнаружения какого-либо подозрительного предмета ни в коем случае нельзя его трогать, осматривать, приближаться. Надо немедленно позвонить по телефонам 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу, в полицию, в пожарную охрану, обеспечить охрану, то есть чтобы никто не подходил к этому предмету. В связи с последними событиями в стране и возросшей террористической угрозой, гражданам необходимо быть бдительными. Анастасия Белова, Александр Барсуков, новости Муром.